следующем году на карте Ленинского городского округа появится новая точка притяжения. Планируется благоустроить Куробовский лесопарк. Чтобы обсудить концепцию этого проекта, внести предложение, власти пригласили активистов и местных жителей. Таким образом, будет сформировано общественное техническое задание. Общая площадь парка – это 793 гектара, из которых 65 гектар мы планируем благоустроить. Он свяжет между собой несколько сразу населенных пунктов. Это и такие новые застройки, как пригород Лесное, Молоково и остальные. Куробовский лесопарк будет облагорожен за счет областного и муниципального бюджетов, а также компании-застройщика. Она оборудует входные группы. В основной части лесопарка проложат тропы здоровья для пешеходов, сделают места отдыха, зоны воркаут, детские площадки, навесы и многое другое. Огромная площадь предусматривает большие функциональные возможности. Но, учитывая, что это именно лесопарк, есть и ограничения. Это все является природно-историческим комплексом особо охраняемой природной территории, в которой есть достаточное количество ограничений. Здесь достаточно много краснокнижных животных, растений, насекомых. Ввиду этого зрелищные спортивные мероприятия, большие площадки, сцены для проведения каких-то мероприятий запрещены. В основе проекта создание баланса между человеком и природой. Элементы благоустройства, созданные из натуральных материалов, с применением природосберегающих решений, будут ненавязчиво интегрированы в естественную среду. Это хорошая новость для всех жителей, не только от Мисайлова, для всех, что будет такая территория достаточно большая. Очень надеемся на то, что она будет облагорожена. Это даст возможность, как бы не выходя из дома практически, да, провести досуг с комфортом, с уютом. Поэтому очень ждем. Хотелось бы здесь видеть, это для детей, очень много семейных пар с детьми, один и более детей. То есть это какой-то фонтанчик небольшой. Хорошо, что они предусматривают там зону барбекю. Ну, хотелось бы еще там для мужского пола какую-то спортивную площадку минимальную. Все пожелания жителей будут учтены в концепции проекта. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.